В новогодние праздники ивановцы рискуют остаться без горячительного. С 1 января 2016 года в силу вступает федеральный закон о введении единой государственной автоматизированной информационной системы на продажу алкогольной продукции. На контроле будет буквально каждая бутылка. Зампред правительства Владимир Калинкин пригласил на совещание крупных игроков на рынке, оптовые компании и розничных сетевиков. Ну, цель, я думаю, всем понятна, этого федерального закона обеспечить абсолютный учет движения алкоголя, тем самым минимизировать количество левого алкоголя в торговых организациях. Раньше ЕГАИС охватывала только производителей и импортеров спиртного. К системе, как к любому новшеству, пока относятся с недоверием. Подключились только половина оптовиков и 200 из 2000 организаций розничной торговли. Что покупателю хорошо, то продавцу расходы. Для магазинов дополнительные финансовые затраты на программное обеспечение, интернет-соединение, транспортный сервер. 1 января все магазины обязаны подтверждать получение каждой партии алкоголя от своих поставщиков. С 1 июля 2016 года все магазины в городских поселениях продавать должны будут только через систему ЕГАИС. Магазин, торгующий алкоголем, к этому сроку обязан сделать следующее. Оборудовать каждое кассовое место, через которое будет продаваться алкоголь, постсистемой, включая в себя фискальный регистратор, который может печатать на кассовом чеке QR-код. Ну, это такой квадратный код, наверное, многие его уже видели, знают, помнят, как он выглядит. На продукции он уже, на марках он уже присутствует. И, соответственно, 2D-сканером, умеет считывать только двухмерные штрих-коды. Сумма затрат подсчитана около 50 тысяч рублей. Для сетей немного, для маленьких ИП почти неподъемная сумма. Со следующего года при покупке алкоголя на чеке будут печатать код, который позволит потребителю отследить свою покупку в системе и убедиться в подлинности продукции. Несколько компаний в Иванове уже работают в системе в тестовом режиме. Констатируют, трудностей много. Отгрузки мы теперь должны осуществлять партиями, в которых будет посчитана каждая бутылка, и каждая бутылка в этой партии должна уже быть в ЕГАИСе на момент ее отгрузки. Законодатель, учтя наши трудности, не обязал нас на 1 января ввести остатки в ЕГАИС, к счастью. Мы должны иметь остатки в ЕГАИСе только те, которые после 1 января будем отгружать. То есть мы имеем возможность поэтапного введения остатков. Сложнее ситуация складывается в сельских поселениях. Во многих нет даже сотовой связи, что и говорить об интернете. Тем не менее, система должна быть введена и в таких заброшенных уголках. На разбег и проработку больше полутора лет. Закон для сел вступает в силу с 1 июля 2017-го. Оптовики боятся, что в новогодние праздники продавать алкоголь официально смогут только крупные торговые сети. И в городе возникнет коллапс. Владимир Калинкин опасения развеял. После Нового года наши граждане смогут купить алкоголь в магазинах, позволят это сделать и остатки, и пока лояльный режим эксплуатации всей системы. С начала года организация розничной торговли будет нести ответственность не только за сбыт, но и за получение нелегального и контрафактного алкоголя. Для юридических лиц штраф составит до 200 тысяч рублей. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.